здравствуйте, ребята. Только что поели яичницу с помидорами на подсолнечном масле и с зеленью. Ну и кое-кто не наелся, я тоже. А привезли с собой сало. Ну, давай жарь картошку. Так что будем сейчас жарить картошку на сале. Сейчас я порежу вот сало. Буду резать его, ну, тоненькими кусочками, чтобы оно быстрее прожарилось. Вот так. Так что думал яичницу пожарить на сале. Вернее, не я, а думал, тут кто-то думал. А я на подсолнечном масле поджарил. Вот. А сало осталось. Ну теперь сало же не везти домой. Значит, сейчас сюда вот прям на эту сковородочку. Сейчас сало. Разогреем сало, растопим его. Почищу картошку. И пожарим. Пожарю картошку с салом. Тут ничего мудреного нету. Ну, может быть, зелень обратно, конечно, зелень-то надо есть. Вот, все. Вот это вот так вот. Сейчас пойду поставлю на костер, вернее, на свою печку. И пускай вот она там уже разгорает. Мне не везет, когда готовлю, обязательно ветер дует с той стороны, дверка отсюда, как бы сказать, а вот ветер, видите, оттуда дует, неохота разворачивать, ну, еще дровишки остались, я думаю, что картошку я поджарю, так что пошел я чистить картошку. Ребята, я, как вот говорят, не знаю, что сказать, не успел картошку помыть, пробежал сюда. А сало уже вот расплавилось, вот, пришлось снять и костерчик, печку погасить и немножко так это прикрыть, чтобы доступ воздуха. Сейчас опять дровишек положил, сейчас разогревается сало, и он картошку уже порезал, буду ложить картошку и туда уже следить. А так, не успеваю. Блин, не успеваю, не успеваю, и все. Горит, жарится, шкварится все. Уже тут заказ на рыбу поступил. В общем, ладно. Начинаем работать. Вернее, продолжаем. Вот. Уже шкварчит. Вон, чуть подкинул дровишечек. Сразу разгрелось. Уже он шкварчит. Сейчас, ну, правда, неудобно одной рукой туда продерживать, чтобы не завалилось. Но думаю, что мне дровишек хватит. Сейчас прикроем. Картошку надо закрывать, когда жаришь вот так вот. Хоп. О, и пускай жарится. Уже запахи пошли. Ой, шкварчит. Вот интересно, только языки пламени и моментально тут вон что творится. Сейчас глянь, что там. Ой. Хорошо. Да. Сейчас попробуем, что оно там такое. А звуки какие, а запахи. Раз. Так, сейчас я, значит, это мы снимем пока. Вот. Так. Как сейчас, грибы. Сейчас высолить легонечко. Вот так вот. И сейчас еще, куда же без зелени, я говорю, без зелени нельзя. Нельзя без зелени. Лето без зелени нельзя. Сейчас порежу. Ну, тоже немножко зелени.
укроп, петрушка, лучок, щавлек. Все то же самое, что у нас сейчас есть зелень, конечно. Все, что есть, вот зелень какая. Вот. Я люблю, конечно, зеленый чесночок сюда положить бы, но у него нету сейчас. А вот лучок апрельский есть. Так. А я рукой так. И теперь сейчас перемешаем, помешаем все. Ох, и запах стоит. Заказ выполнен. Говорят, пожарь картошки с салом. Дайте вам картошки с салом. У меня же есть щепотница. Печка такая. Птичка, печка. Я же говорю, я не успеваю за ней следить. Прогорает быстро. Только там раз уже прогорело. И быстрее опять давай раз это самое, разжигать ее. Ох, и печка. Ох, и печка. Я говорю, вот так вот. И главное, что дров. Вот кирпичная там же видели у меня с кирпича. Так на нее дров сколько не настачешь. Она это вот так вот нарубил там чуть-чуть щепочек. Буквально щепочек. И все. И уже, вон, два блюда, а щепок еще много. Так, ручка развернем сюда. Ну и попробуем сейчас. Ах, и пахнет. Сальцо есть сальцо. Во рту тает. Вот кто не верит, возьмите, сделайте такую печку, сковородку, сало туда положите, разогрейте, потом картошечку, меленько порезать картошечку, приготовите, посолить и зелень, а зелень только-только вот с этого самого, с огорода сорвал и с грядочек зелень. Прямо во рту тает. Райкин, он знал, что говорил, что попробовал, во рту тает. Ладно, ребята, щепотница, вот такая вещь. Ну, конечно, то, что я сделал с банки, она круглая, поход ее не возьмешь. Но вот так вот на даче, при минимальном использовании дров, я говорю, вот, второе блюдо уже готово. Готовьте, приятного всем аппетита, ребята. Спасибо за внимание, мы будем сейчас кушать. До свидания.